Иностранные граждане покидают Израиль. Правительство нескольких государств направили в страну спецборты для эвакуации. МИД Израиля сообщил в среду, что в результате атак боевиков Хамас в стране погибли не менее 50 иностранцев. Во вторник на военный аэродром под Римом прибыли около 200 граждан Италии. Испания вывезет из Израиля около 500 своих граждан, чьи авиарейсы были отменены или задержаны в результате нападения Хамас. Первый самолет с 200 эвакуированных приземлился утром в среду на авиабазе испанских ВВС под Мадридом. Свыше 1700 граждан Бразилии выразили желание покинуть Израиль. Власти объявили, что направят в страну 6 самолетов. Трое бразильцев, находившихся на музыкальном фестивале на юге Израиля, числятся без вести пропавшими.